Друзья мои, всем доброго времени суток, кто зашел ко мне в гости. Сегодня я готовлю котлеты из куриного фарша. Беру фарш, яйцо, соль, перец, чеснок, картофель, лук. Также буду добавлять зелень, кинзу и зеленый лук. Ну, также понадобится для жарки подсолнечное масло и мука. Фарш у меня, друзья, готовый. Я покупала в Карфуре, когда была в торговом центре Хуалинг, если кто смотрел видео. Так что из такого фарша готовлю впервые. Посмотрим, какие у нас котлеты получатся. Итак, фаршу я добавляю на тертую, на мелкой терке картошку, лук. И буду также сюда отправлять все остальное. Зелень с зеленым луком. Также добавлю чеснок, посолю, поперчу, яйцо, и все, будем это хорошо перемешивать. Фарш готов, сейчас я буду мокрыми руками формировать котлетки, обваляю их в муке и буду обжаривать. Посмотрим, первая партия, что получится. Жарю котлетки. Я обжарила все котлетки. Уже попробовала. Очень вкусные получились. На гарнир у нас будет пюре. Как раз готовится. У нас, друзья, обед. Как раз я пришел с учебы. Так что нам приятного аппетита. Ну и вам, кто в это время кушает. Что могу сказать об этом фарше? Мне очень понравился. Котлеты вкусные. Так что готовьте по этому рецепту. Всем большое спасибо, кто смотрит мои видео, кто ставит лайки. И как всегда, Бог даст, до новых рецептов. Всем пока!